Здравствуйте, уважаемые любители вязания и вообще всего рукодельного. Мне очень хочется показать вам свои последние покупки, подарки. Ну и, пожалуй, давайте начнем. Пока я буду монтировать это видео, я постараюсь в ускоренном темпе довязать свой кашемировый серый свитер, чтобы тоже поскорее уже его вам показать. Ну, а начну я с такой замечательного рукодельного подарка, который мне прислала Марина Нужная. Я ссылочку на ее канал оставлю под видео. Она вяжет, у нее есть потрясающие мастер-классы. И вот такая вот помощница благодаря Маришке у меня появилась. У меня была игольница, но у нее были там недостатки свои. Она была проклеена, картон был проклеенный вспененным скотчем, и кончики иголочек, когда втыкались в игольницу, пачкались о клей этого вспененного скотча, и мне это не нравилось. И вот вы видите, как раз Маринка угадала с подарком. Ну, а второй, вообще такой королевский подарок, это чехол для спиц от KnitPro. Вот такой яркий, красивый, вообще классный. У меня всего лишь один чехол для спиц, это был набор спиц деревянных кубических от KnitPro. И теперь вот у меня есть такой вот специальный текстильный чехольчик. Мариш, спасибо тебе огромное, пока я вот хотела его показать в таком первозданном виде, так сказать, и буду теперь активно его использовать. Следующий подарок, это был подарок от моей свекрови, мы с ней гуляли по Киеву и зашли в магазин Ярна. И нам очень понравилась вот эта бобиночка розовой смесовки. Здесь кашемира 15% и 85% мериноса. 1500 метров в 100 граммах. Производителя, к сожалению, я не знаю, но в любом случае пряжа очень красивая. Вот такая огромная бобинка, здесь около полкило у меня есть. Изделие из нее будет просто волшебное. В этом же магазине мы купили два вида пряжи, два цвета для шали для моей свекрови. Из вот такого вот прекрасного махера на шелке. Значит, здесь 70% суперкит махер, 30% шелк, 25 граммах 225 метров. Цвет 5004, партия 1. Ну, здесь спицы рекомендованы двоечка. Понятно, что шали мы будем вязать на более крупных спицах. Называется Soft Dream, но видите, что это Ярна. И вот сайт этой компании Yarn.com.ua. Очень мягкая, очень нежная ниточка, прекрасный цвет. И мы взяли 4 таких моточка. Шаль будет потрясающая. И второй цвет, он такой сложный, даже не могу его вот как-то рассказать, надеюсь, камера передаст. Он нежно-нежно, ну, похож, наверное, на цвет Тиффани, но такой очень-очень разбеленный, то есть очень такой разбавленный. Тоже это Soft Dream, состав тот же. Но здесь 200 метров. Цвет 9009, партия 1. Вот такая замечательная ниточка. Махер на шелке. И мне свекровь привезла. Она купила это в своем городе. Три моточка. Вот такой нежно-голубой, очень красивый. Тоже пряжи. Это тоже махер, но не на шелке, а на поли... Да, на полиамиде. 30% полиамида и 70 кедмахера. Здесь 240 метров в 25 граммах. Тоже итальянская пряжа. И вы видите, магазин тот же самый, производитель. Ну, не производитель, а, скажем так, под кого, да, наверное, сделана эта пряжа. Вот тот же самый Ярна. Здесь у меня три моточка такой пряжи. Ну и последний. Последняя ниточка. Это мой заказ в группе совместных заказов Assembly Yarns из сайта, официального сайта Лана Гросса.
Вот такая вот нитка. Называется Cashmere Fine 16. Значит, цвет 003. Спицы 4,5. И состав 80, ну это меринос, 10 кашемир и 10 полиамид. Я, честно говоря, наверное, при заказе не особо обратила внимание на состав. Я увидела кашемир и посмотрела, что это шнурочек, а шнурочной пряжи я никогда не вязала, поэтому я так хапнула. И когда уже достала этот моточек, выйдя из почты, то я вот так его потрогала руками, конечно, думаю, ну как-то странно, что он такой колючий. И потом я посмотрела на состав, да, тут есть полиамид, и тут кашемира на самом деле не так и много. Но все равно нитка такая, вот вы видите, меланжевая, необычная, шнурочная. А, я вам не сказала метраж. В 50 граммах 320 метров. Я себе заказала 4 таких моточка. И я думаю, что это тоже будет какой-то свитерок. Вот, ну, собственно, и все по покупкам и подаркам. Сейчас я пойду все это смонтирую и буду завершать свой свитерочек. И надеюсь, очень скоро покажу вам его в готовом уже виде. А вам спасибо большое за внимание и до новых встреч. Всем пока!